Всем привет! Я в магазине «Одна цена», все по 49 рублей. Улица Краматорская, 25. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Как всегда, начнем с декоративной косметики. Странные, конечно, цвета, но яркие, интересные. Есть же любители коричневого цвета. Смотрите, какая модель яркая. Ну, расцветочки остались только такие. Крем тональный. 0,1 натуральный здесь есть. По-моему, все одинаковые. Да. 49 рублей тоже стоит. Спонжики для нанесения косметики. Все это по 49. Новинка. И вот еще новинка, смотрю. Антураж спрей-лак для укладки. Безупречный объем и фиксация. До 24 часов. Таблетница двухсекционная. 49 рублей. Открывается как полозья. Удобная штучка. У меня муж вот постоянно таблетки берет на дачу. И вот это вот прям хорошая вещь. Компактная. И всего стоит 49 рублей. Спонжик для умывания. Смотрите, какой интересный. Когда его мочишь, он увеличивается в объеме. Тоже 49 рублей. Зубная паста Фторадент. И зубная паста семейная. А еще пришел стиральный порошок для белого и цветного белья. Порошок Автомат. 3 в 1. Защита ткани, биоформула и восстановление цвета. Тоже 49 рублей. Какие горшочки. Ух ты, какие красивые. Так, это ведро для мусора. Я думаю, это горшочек. Вполне как горшочек сойдет, да? Классненькое. Голубенькое есть. Ну вот, тоже ведерко для мусора. Тоже как кашпо. Мне прям понравилось. Смотрите, как хорошо смотрится. Какой тройник. О, только интересный какой-то вход интересный. А вот крючочки. Смотрите, какие интересные крючки. После того, как скроешь упаковку, вот эти ножки нужно загнуть вперед. И медведь засохнет, и крючочки останутся на том же месте, где вы их изогнули. Задние ножки, передние, все загибаются, и получаются 4 крючка. Смотрите, кто еще здесь есть. Ух ты, зебра и корова. Ну, здорово. По-моему, все. Крючки здесь разные, каких только нет. Смотрите, большой, огромный выбор. А миски с крышкой. Вот представьте, такая миска с крышкой отечественного производства стоит всего 49 рублей. Это просто здорово. 2 литра. И кто говорил, что в этом магазине один Китай? Нет, здесь есть и Россия. Есть неплохие товары. Как и везде. Есть похуже, получше. Вот эти классные. А вот мисочки. Ну, это, наверное, Китай уже. Миска пластиковая. Тоже разных цветов. Эти я показывала. Это салфетки такие. На стол. И очень много пьезозажигалок. Пьезогазовых зажигалок. Как же пользоваться-то? О. Вот это пьеза, по-моему. Это пьеза, а та газовая была. О, какие интересные ручки, смотрите. Пластиковые. Яркие такие. Лопатки. Только лопатки. Я думаю, может быть, есть еще и половнички. Нет, такие с такими ручками, только лопатки. Венчик для взбивания. А вот возле кассы я обратила внимание. Смотрите, привезли сливки для кофе. Порционные.
сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, 10 штучек. И всего стоит 49 рублей. Ну, вот ластики. Стиралки такие детские. Разные. Есть для мальчиков, для девочек. И тоже 49 рублей. А вот еще зажигалки. Вот она так выглядит. А потом вытаскивается, получается, с длинным носиком. Каких здесь только нет. Что здесь только нет. Интересный магазин. Я всегда прихожу и здесь надолго-надолго зависаю. Все рассматриваю. Мне очень нравится. Еще новинка. Пришли батарейки. Работает намного дольше. Duracell. Ничего себе. Duracell есть пальчиковые и мизинчиковые. А ручки 10 рублей всего стоят. Смотрите, какие привезли нам панно. Какие красивые. Это вообще можно композицию собрать, да, из трех. Так, стоит 199 рублей. Панно декоративное, прекрасная незнакомка. Вот размер не вижу. Такая, как графика, что ли. Кошечка, тигр. А есть поменьше, по-моему. Да, эти, по-моему, поменьше. Тоже всякие разные. И тоже новинка. Так, сколько эти стоят? Тоже 199 рублей. А есть ключница. Я так понимаю, это ключница. 100 рублей. Табличка интерьерная, подвесная. С крючками. Не обязательно ключница. Можно хоть что сюда вешать, да? Набор наклеек по 100 рублей. И, как всегда, не могу не показать вам цветочки. Такие цветочки. Букетик стоит 49 рублей. Они всегда здесь так интересно выложены. Яркие, красивые. Я хоть и не люблю искусственные цветы, но все же мы разные. Кому-то нравятся тюльпанчики. Вот какие интересные тоже. Давайте зайдем в продовольственный отдел. Сардины 49 рублей, сельдь 49. Тоже как новинка. Суп куриный есть со звездочками. Постный есть с пшеном. Тоже 49. Есть с лапшой, рассольник, перловый, грибной. Ой, каких только супов нет. Я вот не очень люблю в пакетиках, а муж мой очень любит. Я ему всегда готовлю суп с пакетиками. А я люблю грибной. Приправа для вкуса. Вива лазанья. Ножка картошка. С морской солью без усилителя вкуса. А здесь то же самое. О, лавровый лист. Смотрите, какие большие упаковки. Тоже 49 рублей. 50 граммов. Очень много лапши. Макфа 49 рублей. Лагман. А внук. Для бешбармака тоже хороший внук. Мне нравится. Я всегда его покупаю. Только в других магазинах эта продукция намного дороже. А здесь прям дешево. Ох, какие аппетитные прянички. Пряники домашние с клубничной начинкой. Выглядит очень аппетитно. Из лучших продуктов. Мука, маргарин, яблочное пюре и клубника. А также есть мятные. Я вот мятные люблю. Мятные пряники. Тоже новинка. А еще есть шоколадные. Халвы здесь всегда много. И всегда халва разная. Есть подсолнечное с какао, с изюмом, просто подсолнечное с арахисом и с курагой. 49 рублей. Конфеты фруктово-ягодные. 49 рублей. 300 граммов, по-моему. 250 граммов здесь. Вот еще карамель. Карамель леденцовая. Сосалки. Кисель, абрикос,
чай цейлонский, черный, листовой, крупный, тоже 49 рублей. Какао-порошок российский, 200 граммов. Кукурузные палочки. Хрум-хрум, тоже 49 рублей. Сколько здесь граммов? 150 плюс 5. Попкорн 49. Ух ты, какой большой пакет. Диетические палочки кукурузные, без консервантов, без сахара. Так, русская картошка. Чипсы. Вкус лобстер гриль. Тоже 49 рублей. Большая упаковка. А, они разные даже, смотрите. Есть сыр чеддер. Ну, два вкуса. Так. А вот еще, смотрите, привезли соки. 100% качества. Спелая вишня. Спелая малина. Клубничный дуэт. Томат. И сочный персик. А также спелое яблоко. Тоже 49 рублей. Так, а какой литраж здесь? Сколько литров? 1 литр, по-моему, не нашла что-то я. Ой, вот еще какие цветочки. Господи, какие хорошенькие. Смотрите, какой букетик. Разных цветов. Вот еще. Красивые какие. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.